Нарушение правил проезда, пешеходных переходов и перекрестков и неправильный обгон – главные причины ДТП в Тюмени. В прошлом году на территории города произошло более 1500 аварий, в результате которых погиб 31 человек. Показатели немного выше, чем в 2017-м. О дорожной безопасности рассказали депутатам городской думы в полиции. Поднимали еще один острый вопрос – работу участковых. Тревожит эта информация. У нас чуть меньше 250 человек участковых. Возможно, это достаточно, соответствует, возможно, каким-то нормативам и так далее. Но при обращениях к депутатскому корпусу, в частности, ко мне вот в Заречном микрорайоне, ну, почти на каждом приеме обращаются не с жалобами на участковых, а на то, что они как бы их не могут... Тогда, когда это им надо обратиться, люди не могут воспользоваться консультацией участкового или помощью участкового. Отметим, что депутаты рассмотрят подробные отчеты о работе городской полиции на итоговом заседании 28 февраля.